Медитация «Программирование вашего года». Я предлагаю закрыть ваши глаза и сделать глубокий вдох. И глубокий выдох. И снова сделайте глубокий вдох и глубокий выдох. И снова сделайте глубокий вдох и глубокий выдох. Направьте свое внимание внутрь себя, внутрь своего тела. Пусть ваш внутренний взор словно гуляет по вашему телу. Почувствуйте, как ваши руки лежат на диване, либо на кресле. Ваши ноги упираются в пол. Почувствуйте свое дыхание, продолжая медленно глубоко дышать. На протяжении всей нашей медитации вы делаете медленные глубокие вдохи и медленные глубокие выдохи. Дыхание – это жизнь. Дыхание формирует мощный поток энергии внутри нашей структуры. Представьте, что вы гуляете в лесу, светит яркое солнце, вы чувствуете этот свежий воздух и наслаждаетесь такой легкой прохладой, слышите пение птиц, шелест листьев, чувствуете землю под ногами. И вы гуляете по тропинке в вашем магическом лесу. Дыхание глубокое и ровное. Гуляя в этом лесу по тропинке, вы выходите на опушку леса. Вы видите яркое солнце над вами. Поднимаете к нему свои руки и просите благословения на целый ближайший год. И чувствуете, как энергия солнца начинает наполнять вас на всех уровнях. Словно его лучи наполняют ваши руки и ваше тело. И вы заряжаетесь энергией солнца на всех уровнях и планах реальности. Наджанам кудагнатсихитам капитхаджабубкала кушнам самшнакам вигнешварабакратун намахакагресуресама прабхинутнам кушсарвадам. Почувствуйте, как энергия света наполняет вас на всех уровнях и планах реальности. Заряжая вас мощной энергией света. Сила света, сила света, сила света. Мы есть свет, мы есть им сила, и место наше здесь. Впитывайте энергию солнца. Насыщайтесь этой энергией на всех уровнях и планах реальности.
Я прошу всеобщий энергоинформационный источник Вселенной направить мощный поток света во всех слушателей этой медитации. Почувствуйте, как энергия Солнца через ваше тело начинает проникать глубоко в землю, через ваши ноги. И из ваших ног словно вырастают мощные корни, мощные, сильные корни, глубоко уходящие в землю, создающие мощную связь с Матушкой Землей, стабилизируя ваше жизненное положение, вы становитесь сильнее, ресурснее. Ваши корни достигают ядра земли, и вы начинаете получать мощный приток энергии земли через ваши корни. Земля начинает наполнять вас. Вы впитываете мощную красную жизненную энергию земли. Она по вашим корням поднимается и наполняет ваши ноги, низ живота, ваши руки, ваши плечи, вашу голову. И поднимается вверх к Солнцу. Это центральный энергетический канал Сушумна. Еще пара мгновений, и вы словно оказываетесь в бесконечном пространстве космоса, нанизанной на нить, уходящую к Солнцу и к Земле. Растворяется физическая оболочка, остается лишь ваша душа, чистая, мощная, ваше высшее Я, ваша сущность. Теперь представьте, каким вы видите себя через год. Что происходит в вашей жизни? Какие события? Какие люди вас окружают? Какое состояние вы испытываете в моменте? Проживаете этот опыт от первого лица, словно вы находитесь прямо здесь и сейчас, в этом моменте. Прочувствуете его в полноте своего совершенства и помните, что энергия космоса и Земли наполняет этот образ энергией и ресурсом. Этот процесс программируется на всех уровнях и планах реальности, формируя мощный, стабильный канал энергии света. Дыхание глубокое, ровное, помним об этом. Сила энергии, сила энергии, сила энергии. Мы есть энергия, мы есть сила, и место наше здесь. Ули Михаларгия Сентеш Сурмитиларгиан Турман.
Агни, 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 агни,
Почувствуйте, как энергия космоса и Земли заряжает ваш образ энергии ресурсом. Ваш образ наполняется силой реализации. Он на всех уровнях программируется и формируется в тонком пространстве времени. Теперь сверните этот образ, магический шар. Словно образовался шар, как сфера. Возьмите его в свои руки и вложите в свое физическое тело. И почувствуйте, как он проник в ваше бессознательное и слился с вами. После чего сделайте глубокий вдох, глубокий выдох и почувствуйте, что вы находитесь в той комнате, где, собственно, начинали эту медитацию. Медленно пошевелите пальцами рук, пальцами ног. После чего снова сделайте глубокий вдох, глубокий выдох и медленно открывайте глаза, наполненные, ресурсные и мощные.